нас была Шкода с люком под пулеметчика, и у нас была Лада Десятка, в которой разведгруппа ездила на боевые, и эта же Лада Десятка вывозила раненых. Вот так вот. Вот, и мы на этой Шкоде попали в аварию. И я помню, как я об Дейла ударилась головой, об разведчика с 93-й, 95-й. И у меня с тех пор отключалось то правое, то левое ухо полностью. Чик-чик-чик. А потом в течение, я уже не помню, наверное, несколько, ну, в течение либо эти сутки, либо через сутки, был первый обстрел конкретно по нашим позициям. То есть не где-то гахнуло, а я под землей, меня трусит. И вот одно на другое наложилось, и после этого у меня слух очень сильно сел. И мне приходится очень сильно себя контролировать, чтобы тихо говорить. На что, чтобы...